Привет, мои хорошие, с вами Айка Эмери и Аск Фатима. И сегодня мы снимаем для вас очередной челлендж. Кто съест больше? Ты уже приступила? Я очень люблю горячие роллы, я знаю, вы будете ругаться, что опять суши, но мы не можем по-другому. Макаем соус. Господи, как я скучала. Они мне снятся во сне. Это уже другая доставка, но здесь вкуснее, да? Да. А что это вот сверху, я не поняла? Это крабики. Давай свою песенку, я выиграю тебя, детка, я выиграю. Давай, Фатима, давай, красиво, давай. Здесь, значит, с креветкой, с крабом. С сыром. Где с сыром? Где с сыром, не поняла. Может, это и есть с сыром? Должны быть с сыром и еще с рыбой. Вот, видимо, с сыром. А это с рыбой получается и сверху. И соус здесь какой-то вкуснее, по-моему. Блин, нереально вкусно. Я сегодня с утра ничего не ела, что... И они крупные. Это с рыбой, по-моему. А сверху еще такая вот вещь. Нет, это с сыром и сверху крабовая палочка, которая превращена в фарш и в каком-то соусе. И сверху еще икра летучей рыбы. Давайте сблизи вам покажу. Надеюсь, что вам что-то видно. Соус какой-то вообще нереальный. Это тогда с рыбой. Давайте лучше здесь. Кстати, вы заметили, у нас одинаковые ободочки. В прошлом видео у нас были одинаковые футболки. Я вообще забыла вам об этом сказать. Потом вижу в комментариях. На что мы спорим? Давай на 20 монат. Давай с ними мелочиться сразу на 50. Договорились. Вот что делает подруга с вами, а? Раньше ненавидела суши. Теперь обожаю. Но не все. Я люблю именно горячие роллы. Ты убедилась, чтобы здесь и здесь было одинаково? Да. Молодец. Ты сомневаешься? Mm-mm. Васаби добавлю сюда. Что ты делаешь? Добавляю васаби. Так вкусно. Это так вкусно. Спасибо, спасибо. Нереально вкусно, просто. Нам на этот раз дали еще влажные салфетки, сухие салфетки, а в прошлом месте не давали. Никаких. То есть каждый раз мы заказываем в разных местах. Поэтому как-то так. Поэтому не рекламируем никого. Наше видео носит развлекательный характер. Это не реклама. Мы соревнуемся. Кто впереди? Мне такое ощущение, что я впереди. Тогда надо быстрее доедать. А то если одна доест, то уже логично, что вторая проиграла. Так остановите что... сейчас видео и пишите, за кого вы болеете. Да. Сделайте ваши ставки, страсти накаляются. Вот эти вообще нереально вкусные. Они все вкусные.
прошлом месте, с которой с сыром были неинтересные, а эти с сыром интересные из-за того, что сверху краб. А ты знала, что сверху еще и краб будет? Посмотрите. Нет. Все-таки, мне кажется, они мельче, чем там. Нет? Наоборот, крупнее, мне кажется. Да, некоторые. Смотри на эту и на эту. Угу. Они разные. Там все одинаковые, как будто их машинка делает. Ты отрываешься вперед? Давай, Айка, ты пей. Заполняй свой желудок, а я оторвусь вперед. Нетушки. Ну, я заметил, что во всех доставках очень много кладут имбиря, очень много кладут васаби. Васаби даже слишком много. Посмотрите. 4 вот такие вот упаковки. Ну, зачем столько? Наверное, это дешевле, чем все остальное. Они таким образом пытаются удовлетворить клиента, делать вид, что всего много. Не хочу придираться и говорить что-то негативное, но это просто моя версия, почему они это делают. Как это вкусно. Да. Как это вкусно, ребят. Самая вкусная еда на земле – это что? Суши. И плов моей бабушки. Я, к сожалению, не пробовала плов ее бабушки. Ты не пришла. Кажется, ты должна была прийти в тот день, но был ветер, по-моему, это тот день был, да? Угу. Красоту макаем и в рот. Я начинаю наедаться потихоньку. Или мне кажется, я не знаю. На зимой у тебя лучше аппетит, чем летом, кстати. Я тебе покажу зимой. Она просто как тузик грелку меня рвет. Ой, ты все смела уже. Кто делал на меня ставки? Пишите в комментариях. Надо зайти в прямой эфир. Сейчас. После видео. Посмотрим, что думают подписчики, кто выиграл. Угу. Подписывайтесь на инстаграм Айки, на мой инстаграм, все ссылки внизу под видео. Айка. Айка героиня. Что ты делаешь? У меня просто очень хорошая учительница была. Научила меня кушать. На свою беду. На свою беду. Ты что сделала? Обожаю снимать видео про суши, особенно с тобой. У нас прям эта традиция. Я знаю, сейчас опять будут писать, что мы неправильно держим палочки, что Айка вообще их не ломает. Нам так удобно. Правила существуют, чтобы их нарушать. Закон Асквотима. Я так и не научилась их держать, но я и не училась. Мне и так все удобно, как шпилька. Мне тоже удобно.
Вообще они огромные. В этой доставке их порезали не очень правильно. Некоторые кусочки, они маленькие, а некоторые просто огромные. Сейчас у меня во рту огромно. Зато это очень вкусно. Какая разница? Ты права. Самое главное, что это вкусно. Все остальное не важно. Вкуснятинка. Ням-ням-ням. О, суши. Спасибо, что вы есть. Ты приготовила свои денежки? А ты думаешь, что ты выиграешь? Угу. Мне кажется, что у меня уже меньше. Давай посчитаем. Минуточку. Не кушай. Считай, что свои... я буду есть. Тогда я тоже буду есть. Что, я лохушку что-то? Нашла лохушку тоже мне. Сколько у тебя? 22. 18. Лохушка, я же говорю, ты лохушка. Ты эту не посчитала. 19 пусть будет. Все равно у меня меньше. Как ты это делаешь? Ты же была позади меня. Ничего, я сейчас поднажму. Очень вкусно. Это лучшие суши в моей жизни. Реально? Вкуснее, чем были раньше? Да. Раньше у них сверху какой-то соус был, он очень сильно горел во рту. Очень острый, мне делали замечания. Кто делал? В комментариях. Зачем? Горел? Типа за горел во рту. Горел? Что это такое, типа? Ясно. Удали эти звуки. Я предлагала тебе попросить их не класть этот соус, но ты сказала, что так интереснее. Какой соус? Который сверху острый. А, так они его все равно положили. Это другое место. Я имею в виду то, что острый был. Но здесь острого нету. Ты ж очень вкусно, очень. Как же вкусно. Будете? Будете. Кстати, всем, кто кушает вместе с нами, приятного аппетита. А я уверена, что такие есть. Или кто-то сейчас пойдет заказывать суши. Да. Мои друзья так делают после наших с тобой видео. Да. Наелась? У тебя меньше, чем у меня. А ты не наелась? Точно? Ты хочешь сдаться? Может, ты сдашься. Креветочкой. Ты не наелась?
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Сколько? У меня 18, у тебя 12. Не сможешь? Я, если честно, ребята, уже наелась. Да, это было нереально вкусно, но я не могу засовывать в себя, я уже наелась. Я сказала. Где мой кошелек? Ладно, я пойду за кошельком. Лохушка пойдет за деньгами. А я пока тут поем еще. Нашла? Да. Нашла свой кошелек. На сколько мы на 20 монет спорили? 50. Ой, почему? Язык враг мой. Всю жизнь. 20. 30. 40. Никогда не спорьте, мои хорошие. Не спорьте, сейчас спорьте. На 5. Давай уже, наскребаем. А, нет, у меня есть вот так. Все. Мои денежки, я выиграла. Хочешь еще сушку? Я уже наелась. Просто я уже знаю, что я физически не смогу тебя догнать, поэтому нету смысла дальше соревноваться. Съем последнюю. Ой, может, не будем в прямой эфир заходить и рассказывать о моем поражении? Пусть люди, которые в меня верили до конца, будут думать, что Айка смогла ее порвать. Зачем я так быстро сдалась? Я же... Все, уже назад дороги нет. Я не верну тебе деньги. Да. Они мои. Мои деньги. Давайте в честь поддержки меня вы поставите лайк этому видео и подпишитесь на мой канал, а еще на канал Асквадима. И на наши инстаграмы, все ссылочки внизу. Говорят, что деньги не пахнут, но деньги пахнут сушами. Спасибо, что были с нами. Мы ценим ваше внимание. Мы вас всех очень любим. До новых встреч.